На стройплощадке резидента ВСМПО «Новые технологии» кипит работа. Не снижая темпы, завершается монтаж металлоконструкции каркаса цеха. Полностью сделан последний 4-й пролет и выполнены 4 автовъезда. Строители генподрядчика санкт-петербургской компании «Циклон» ведут работы по армированию и монтажу опалубки для бетонирования цокольных балок. Цокольная балка – ограждающая конструкция, которая примыкает к стеновым опорам. Так как стены корпуса цеха будут навесные и сэндвич-панелей, цокольная балка послужит основанием, на которое будет крепиться разводка, например, трубы водоснабжения и отопления. Что касается монтажа, установлены ветровые пространственные связи, придающие каркасу здания прочности и надежности. Подвал административно-бытового корпуса выложен фундаментными блоками на высоту почти 3 метра. Снаружи оклеен двумя слоями гидроизоляции. Изоляция нужна как водоупорный слой. Опорная стена, отделяющая автомобильную стоянку от главного проезда по территории резидента, смонтирована уже наполовину. На территории резидента работает много техники. Ведутся работы по обратной засыпке подвала здания АБК. Так как грунт не позволяет технике проехать, строители делают въездную дорожку, умащивая ее скалой, а затем горным щебнем. В планах монтажников приступить к стеновым панелям корпуса, а также полностью закончить кровлю. Прослойка кровли, утеплитель, так называемая внутренняя часть пирога, уже завезена на склад. Потолком цеха останется профилированный оцинкованный лист. На него сверху положат утеплитель, затем верхний слой и крыша готова. Ввод производственного корпуса в эксплуатацию планируется в начале 2017 года.